Культурная акция «Ночь искусств» прошла во многих регионах России. Не остался в стороне и наш район. Площадкой для проведения грандиозного мероприятия стал кинотеатр «Пять звезд». И не случайно, это один из объектов культуры города Щелково со своей историей. В сегодняшнем мероприятии я вижу, что жители откликнулись. Самое главное, что они откликнулись и привели сюда наше подрастающее поколение. Это очень важно. Мы сегодня сами видим разные направления искусства. И это главное, что наше подрастающее поколение это видит. Руководство кинотеатра с большим энтузиазмом поддержало идею администрации района о совместном проведении акции. Мы давно сотрудничаем с отделом культуры. Мы рады, когда у нас есть возможность оказать какую-то благотворительность для города, устроить какой-то маленький праздник для жителей. На всех площадках кинотеатра участники и гости могли найти себе развлечения по интересам. Не обошли вниманием как взрослую публику, так и самых маленьких гостей. Малыши увлеченно украшали глазурью итальянские пряники под руководством опытного кондитера, вырезали цветы из органзы или воплощали фантазии в глиняных фигурках. Подростки и молодежь увлеченно разучивали движения хип-хопа. Романтические натуры предавались мечтам под бардовские песни в кафе или любовались пейзажами и натюрмортами на выставке Щелковского клуба художников. С помощью искусства владения карандашом мастер тут же мог нарисовать портрет за 15 минут. Повсюду чувствовалась атмосфера радости. Люди с удовольствием общались и делились впечатлениями. Очень неожиданная атмосфера, но она такая дружелюбная. И много посетителей, много зрителей вижу. В общем, прекрасно. Любое мероприятие такого рода в Щелковском районе, оно не может не радовать, потому что оно собирает большое количество людей. Концертная программа была насыщенной и разнообразной. Ярким выступлением зрителя порадовали артисты Щелковского драматического театра. Изюминкой вечера стала творческая встреча известных артистов театра и кино Юрия Чернова и Николая Денисова с гостями праздника. Если вы не так уж боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите, гости, к нам поскорее, там где зеленый дуб на берегу. У нас дети сидят за гаджетами ночи, да, и мы их не можем выдернуть, так мы их хотя бы выдернем сейчас, вот в эту ночь, пусть они пообщаются с друг другом и так далее, пусть они посмотрят бесплатное кино, встретятся с нами, артистами, мы с удовольствием откликаемся всегда. По-моему, удачно все было, и вот побольше таких вот встреч, и побольше таких, знаете, хороших, позитивных событий. Ночь искусств – это возможность стать чуточку счастливее и ближе друг к другу. Ольга Аржанова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».